еще гоблины, ну точнее там как-то они Ну да, там связались. спонсоров у них немало, я Ну да, смотрел, и везде партнеров. выкладывается все это. То есть первый тизер, когда сейчас говорят то, что об этом проекте никто не знает, это откровенная ложь, потому что первый тизер посмотрел 1 000 000 человек. И отрывок с фильма посмотрел 600 тысяч человек. То, что никто не смотрит, как, блядь, создатель этого фильма ходит где-то в деревне по 15 минут и рассказывает то, что они нашли отличную деревню, где можно все это дерьмо снимать. Ну, такое никто и так смотрит.